Правительство России выделит 62 миллиона рублей на застройку горохового поля в Магадане. Колыма-1 на Дальнем Востоке направила заявку на финансирование строительства инженерной инфраструктуры по проекту комплексной жилой застройки. Это самый крупный проект последних лет в нашем регионе, который впервые планируют реализовать на Дальнем Востоке по стандарту комплексного развития территории, разработанного Минстроем России совместно с Дом.РФ. Основными объектами строительства на гороховом поле станут среднеэтажная жилая застройка, спортивный комплекс «Президентский», многофункциональный культурный центр, центр реабилитации, два детских сада, школа, детская поликлиника, качественные дороги. Общая площадь территории 68 гектаров. Заявка одобрена на сумму более 60 миллионов рублей, и еще 83 миллиона рублей будет выделено областным бюджетом в 2021 году.